Вот такой вид открывается с крыши наших апартаментов. Бассейн тут у нас красивый. Бассейн и сразу вот сюда. Ну, плещется с удовольствием. Красота какая. Там Альпы уже, горы. Венский вальс. Ла-лам, 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 па-па, ра-рап, пири-ра-рап, па-па, ра-рап, тари-ра-рап, та-та. Надо в Венский лес съездить. Тари-ра-ри. Это после какой, скажи, Галь? Он вдруг так заплясала Вена. Нет, маленькая дринкин какой-то. Маленький какой-то шнапсик выпили для драйва, в кофеек налили. Вот. Пратер, не знаю где Пратер, он святой Стефан сейчас будет. Вот зелененькая крыша, вот с левой стороны, если видно. Вот так, но это завтра. Да. Да. Все дымоходы, камины у многих, камины, горы, как-то горы, солнышко показать, а где солнышко не вижу. Владик во всей красе. Ну-ка, покажись, сынок. Ну-ка, внука плещется. Наша задача его вытащить. С первого раза не получилось. Это сейчас второй заход. Вытаскивание. О, о, да, где он там? Господи, помилуй. Вот такая я нечаянная радость. Бассейн в центре Вены. О, приятно. Так, а вот тут обойти кругом, обойти.
бассейн тут. Вот это все дела. Дальше уж. Во. Вокруг бассейна вот так вот. Приятненько очень посидеть. Тут виноградик, который не распустился что-то. Ну ладно, бог с ним. Ну, солнечные батареи на крышах. Они все экономят, молодцы. Ветряки у них. А еще святой Стефан там. Вот, виднеется. Так. Тут кругом какие-то все соборы. Соборы. Да. Пойдем дальше. Ни одной киски на крыше нету. Ни бродячий никакой. Если есть собаки, они не породистые, очень миленькие и хозяйские. Но не породистые. Так. Крыши. Конечно, это не Париж, а Вен. Но ничего. Вот так вот. Где-то. Где-то. Это, наверное, Вена-Сити там. Все Вена-Сити, наверное, будет, что ли, не знаю. Так Владик решил, как в Москве. Или вон там Вена-Сити. Там где-то вот эти башенки. Да. Ой, вот за этим не могу, за этим бассейном не могу показать вот ту сторону Вены. Солнышко заходит на запад. Значит, ты спряталась? Так. Сейчас, значит, запад там слева от нас сейчас. Справа восток. Мы смотрим на север. Вот север Вены мы не видим из-за бассейна. Идем на восток. Ой, на юг, с севера, на восток. Вот так примерно восток будет, вот. Так, теперь переходим сюда, на юг. Вот юг, да. Идем, идем на запад. Солнышко, да, выходит за горой. Этими Альпами. Там, на западе. А где тут на кнопочку нажимать? Так. Вот. Я хочу вот так. Где у нас кнопочка?